Привет, друзья! В этом видео я покажу, как сделать самую простую и в то же время мощную печь-горелку на дизельном топливе. Для опыта я возьму кусок дымоходной трубы примерно 1,5 метра, диаметр 100 мм, и жестяную банку на 2 литра от обычной краски. В качестве топлива использую самую дешевую соляру. Заправляю солярку в горелку. И теперь, чтобы зажечь ее, нужно положить сюда либо бумаги немножко для розжига, либо капнуть бензинчика. Для быстрого запуска я использую бензин. Сразу же пошла тяга. Сейчас сначала прогорит бензин, дизельное топливо нагреется и начнет гореть уже дизельное топливо. Кстати, в чем плюсы такой горелки? Дело в том, что еще помимо дизельного топлива она также отлично может работать на отработанном масле. То есть на самом дешевом, я бы даже сказал бесплатном, отработанном масле от автомобилей, либо от тепловозов, например. Любая маслянистая жидкость для такой горелки подойдет. Мощность регулируется вот поднятием. Когда вниз банка, мощность меньше. А если банку поднять чуть выше, мощность увеличивается. Вот так. Все. Бензин уже практически весь прогорел. Начинает зажигаться дизельное топливо. Примерно так она будет гореть до тех пор, пока не прогорит вся соляра. Я повыше банку поднимаю, мощность увеличивается. Пониже опускаю, мощность тоже падает. Вот это на маленькой мощности. Вспышки идут, потому что дует ветер боковой, задувает больше воздуха, из-за этого такие вспышки получаются. Если поставить такую печь-горелку, например, в теплице, в парнике или гараже, где ветра нету, она гореть будет ровно, без вспышек. Здесь уже чувствуется, идет жар. Насколько жарко, сейчас я покажу. Для проверки я использую кусок обычной газеты. Давайте попробуем вот здесь. Видите, да? А если пониже, еще жарче. Это еще она работает на самой маленькой мощности. Давайте теперь попробуем поднять чуть-чуть мощность. Банку чуть выше. И может еще выше. Еще выше сделаем, помощнее. О! Отлично. Ну что, берем газетку. Чувствуется, уже намного больше стало жара. Теперь посмотрим, как газета скажет. О, совсем по-другому. Она прям сразу загорается. Вот так вот просто можно сделать стабильно работающую, достаточно надежную печку для отопления какого-то подсобного помещения. Если вам видео понравилось, не забудьте поставить лайк, а также смотрите и другие полезные, интересные видео на канале прямо сейчас.